Проезжал мимо танчик, и мимо него он увидел большой танкище, и он решил им завладеть. И поехал к нему. И почти к нему на половине пути доехал. И почти к нему приехал. И почти приехал к танкище. И почти приехал там маленький танк к большому танкище. И приехал к большому танкищу. И залез на танк большой. И почти открыл ему башню. И начал залезать. И залез танк. И закрылся танчик. И поехал на танкище большом. Домой, к себе. И повернул танк на танке огромном своем. И почти до него повернулся. И поехал большой танк к своему дому. И приехал танчик к себе домой. И это была вторая часть. Это танк встретил большого танка и залез в него. На самом деле он не залез в него. Вот сам танк. Сейчас я его покажу вам. Такой танк маленький. Вообще не видно. Сфокусируйся. Вот тут фокусировка. А вот большой танк. Вот такой у него башня открывается. Вот посмотрите. Такое-то вообще пусто. Закрываем. Не забудь, что у меня заслал. А, Сим, не забудь подписаться на Дениса А2 и на Леона А1. Подписывайтесь. Пока-пока. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Пока-пока.